экипировки. Спортсмены обязательно должны иметь защиту шеи, как мы называем это в обиходе, нашейники. В основном так же, как хоккеисты. От попадания шайб, а здесь от попадания острия конька. Скорее всего, он просто его не одел. Из фальстарта первый, наверное, забег стартовал. В нем принимают участие француз, француз, канадец, украинец и венгр. Он, естественно, канадец сразу занимает лидирующую позицию. Тем более он стартовал с одной из самых таких благоприятных второй позиции на старте. И все в его распоряжении. Но результат 41-86 – это очень высокого международного класса результат. Вообще результаты мужчин на этих соревнованиях и на дистанции предыдущей, и на этой очень высокие. Несмотря на то, что много ведущих спортсменов мира, готовясь к Олимпиаде, не принимают в них участия.